Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я буду готовить очень вкусный лимонный кекс. Готовится очень просто, легко и очень вкусно получается. Для этого понадобится очень мало ингредиентов и, самое главное, хорошее настроение. Надеюсь, вам понравится и вы тоже будете приготовить. И для этого нам понадобится подсолнечное масло без запаха, сахар, сметана, мука, разрыхлитель, ванильный экстракт, 2 яйца, щепотка соли и 1 лимона. В первую очередь желток будем отделить от белка и будем взбивать. Итак, белок отделила от желтка, и сейчас будем белок взбивать до такой пышной пены, и туда будем добавлять сахар. Белок буду взбивать до побеления, и потом буду добавлять сахар. И в это время желток буду перемести сюда. Сюда буду добавлять сметану, подсолнечное масло, добавлю ванили, соль. И сюда уже буду добавлять 1 цедра лимона. И сейчас все это будем хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной. И когда уже белок будет готово, будем добавлять белку. Белок у меня уже побелело. Сюда буду добавлять сахар. И снова буду взбивать приблизительно 5 минут. И уже будет готово. Итак, у меня белок уже готово. Вот такой консистенции должен быть, он не должен падать. И сюда уже будем добавлять остальные ингредиенты, которые мы смешивали друг с другом. И будем добавлять муку с разрыхлителем. Муку обязательно должны просеять. Добавлю сюда муку, разрыхлитель. И все это буду просеять. Все это будем соединить друг с другом. Осторожно будем перемешать. Взяла вот такую формочку для выпекания кексов. Сюда буду застелить пергаментной бумагой для выпечки. Я бумагу смочила немножко с водой, чтобы хорошо сидела в форме. И сюда уже буду добавлять тесто и будем выпекать 180 градусов приблизительно 35-40 минут. Равномерно будем распределить. Немножко будем постучить, чтобы лишний воздух вышло, и уже будем отправлять выпекаться. Итак, мои дорогие, у меня уже кекс готов. Хочу сверху украсить орешкой. Пахнет очень-очень лимонным запахом.
Хочу нарезать, показать, как получился внутри. Вот смотрите, такой нежный, воздушный лимонный кекс у меня получилось. Надеюсь, вы тоже будете приготовить, и вам тоже будет понравиться мой этот рецепт. Если да, то, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, то задавайте, я с радостью буду отвечать. И увидимся очень скоро. Пока-пока!